Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание солнечному затмению, которое нас всех ожидает 25 октября. Поговорим о том, что нужно обязательно сделать в этот день, на какие аспекты своей жизни обратить внимание и чего не стоит делать в этот период. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставим лайк этому видео, не стесняемся. У нас для вас много информации, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, лайк, и мы с вами начинаем. Итак, друзья, 25 октября начнется у нас с вами коридор затмений, который начнется с солнечного затмения в третьем градусе Скорпиона, а закончится коридор затмений уже лунным затмением 8 ноября на оси Скорпион-Телец. Дело в том, что затмения сами по себе несут, к сожалению, определенные фатальные события, которые направлены на фокусировку внимания человека в определенных сферах, которые требуют перемен и исправления ошибок. Знаете, вот работа сделана над ошибками. Вот коридор затмений это именно предполагает. И события будут связаны с вашими. Вот у каждого это свои какие-то кармические вопросы. Будут появляться какие-то ситуации, люди, кризисы. И именно вот любое затмение в жизни каждого человека – это уникальный учитель. И здесь очень нужно правильно быть, знаете, вот правильным учеником, которым принимать знания, делать контрольную работу, после делать работу над ошибками и двигаться далее. Обращаем ваше внимание, что затмения вот у нас первые произошли в осенью 2021 года. И вот здесь очень важно, чтобы каждый из вас помнил, что происходило в его жизни, потому что таким образом вы приоткрыли завесу энергии ближайших 2 лет. И как раз вот это затмение, этот коридор затмения – это пиковая точка всех этих событий. Но полноценная развязка будет уже весной 2023 года. А также обращаем ваше внимание, что солнечное затмение будет на оси Телец-Скорпион, а это несет в себе энергию разрушения и созидания на месте разрушенного. Поэтому общий фон будет особенно способствовать переменам, потому что в затмении нас с вами участвует и Уран. Поэтому воспринимайте все события коридора затмения как вот подсказки и, знаете, как вот тот лучик, который отправляет вас вот в то направление, чтобы вы сделали определенные выводы и изменения. Ну, давайте сейчас поговорим более глобально и более точечно о солнечном затмении 25 октября. Вы знаете, это затмение будет все-таки сложное, опасное. Затмение в знаке зодиака Скорпион, да, еще же в соединении с Венерой и в том же Скорпионе. Вы понимаете, что Скорпион знак Плутона, а значит, это значит у нас знак такой вот фатальный, мощный. А с ними связаны психика, с ним связаны мировые события, разрушение и восстание из пепла. А вот Венера у нас, она отвечает за деньги, за финансы, а значит, помимо вот такого вот тяжелого напряжения и тяжелой обстановки, тема денег, тема финансов также будет достаточно сильно связана. Кроме того, в момент затмения Меркурий, который у нас с вами отвечает за коммуникации, за общение, транспорт, будут в аспекте, в напряженном аспекте с Плутоном. И поэтому мы не советуем в это время каких-либо командировок, поездок, перелетов, потому что конфликтность будет на самом высоком уровне. Единственное, что дает нам этот знак, это знак дает надежду, знак Скорпиона, возрождаться из пепла, знаете, как птица Феникс, которая постоянно возрождается. Поэтому здесь может быть не только разрушение, но и возрождение. Но здесь нужно вам понимать о том, что не у каждого это будет происходить. Также очень важно понимать, что само солнечное затмение у нас с вами произойдет в 13 часов 49 минут по московскому времени. И также именно вот это солнечное затмение показывает нам, знаете, такую глобальную трансформацию, и мы ее уже, люди знающие, видим.
И знаете, это как будто вот перерождение, но уже в новом качестве. Кроме того, очень важно, чтобы в это затмение вы постарались найти решение той или иной проблемы, которая не дает вам достаточно долгое время покоя или появилась буквально у вас на днях. Очень важно, чтобы вы прислушались к своей интуиции, к своему подсознанию. Также в день затмения, то есть 25 октября, могут вам быть показаны какие-то старые тайны, секреты. А вот люди, которые окружают вас, они покажут свое истинное лицо. При этом это может быть как на работе, среди ваших друзей, знакомых и тех же родственников. Также обращаем ваше особое внимание, что не нужно делать в это время. Во-первых, забывайте о плановых операциях. Если есть возможность, отложите. Кроме того, откладывайте любые крупные финансовые сделки, вложения. Это все нежелательно. Кроме того, старайтесь в солнечное затмение, вообще в коридор затмений, не действовать спонтанно, на эмоциях. Не старайтесь принимать каких-либо важных решений, потому что у нас эмоции будут чересчур. А это говорит нам о том, что мы с вами можем совершить какие-то ошибки, потому что когда мы на эмоциях, мы не в силах именно рассуждать. Мы не готовы анализировать, и это очень важно. Также будьте аккуратны на дорогах и в местах большого скопления людей. Старайтесь в этот период не вестись ни на какие провокации, не участвуйте в спорах, в сплетнях, не выясняйте отношения. В этот период вам нужно стать мудрее. Не идите на поводу тех, кто начинает конфликт. Начиная тот конфликт, разворачивайтесь и идите своей дорогой. Даже вне зависимости, это дома, на работе, в общественном транспорте. Может так, что в общественном транспорте просто вас кто-то случайно может зацепить для того, чтобы начать конфликт. Поэтому просто обернитесь, улыбнитесь, пожелайте хорошего дня и занимайтесь далее своей дорогой. Также избегайте контакта с негативом в любом его проявлении. Делайте выбор в пользу света и добра. Очень важно, чтобы вы способствовали себя исцелению, при этом как внутреннему, так и внешнему. Это очень важно. Кого затронет это затмение? Вы знаете, сильнее всего затмение повлияет на тех, у кого... То есть это будут у тех знаков зодиака, а это у нас Телец, Скорпион, Лев и Водолей. Также обращаем ваше внимание, что для многих будет закладываться программа на ближайшие от 5 до 10 лет. Поэтому очень важно, чтобы вы в затмении, сам коридор затмений были как можно больше мудрыми, находились в таком, попытались подключиться к энергии божественной, к благодарности. Вот представляете, что вы наполненная чаша вот радостью, любовью, и старались нести это в мир. Кроме того, сейчас будут в мире происходить очень такие вот не очень хорошие события, но, пожалуйста, не акцентируйте на них внимание, потому что, как недаром говорят, утро мудрее вечера, потому что многие люди сейчас будут видеть такие страшные картинки, будут думать о том, что это их касается, и что все для них это будет, знаете, как конец света. Но это не так, потому что главное вам, чтобы вы не подключались к эгрегору насилия, злости, ненависти, зависти, злости, потому что этот эгрегор, он подпитывается и увеличивает энергию. Соответственно, вы должны наоборот подключаться к энергии изобилия, к энергии любви, мира, благополучия. Это очень важно понимать. Также постарайтесь в этот период не действовать решительно, не стремиться ни к чему. То есть, если вы планировали в этот период, например, купить квартиру, там, машину, возможно, вложить деньги в проект, вы видите, что у вас что-то не получается, срывается, так приостановите это все до окончания. То есть, после 10 уже ноября уже, знаете, прояснится ситуация, и вы поймете, что же вам дальше делать. Пожалуйста, не стремитесь вот этот период, две недели, что-либо глобально менять. Также не стремитесь
в этот период менять место работы. Да, если заранее у вас были договоренности, и вас уже вы все обсудили, это одно дело. А если вы только вот придумали себе, что все, мне надоело, все, я меняю работу, это ваши эмоции больше. И дело в том, что вы можете допустить ошибки, которых потом просто... И о той ситуации, и тех поступках вы просто будете жалеть. Пожалуйста, вы должны об этом понимать. Поэтому постарайтесь в самом затмении находиться в спокойствии, найдитесь дома, включите музыку, занимайтесь практиками, общайтесь на хорошие темы. Не нужно общаться на разрушение, это никому сейчас не нужно, да и надо ли вам. Друзья, вот такое у нас с вами солнечное затмение. Помните о том, что только вы сами можете для себя решить, чему вы хотите прийти и как вы хотите это сделать. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация была полезна и важна. Прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много ценной информации. Друзья, всех вам благ!